Здравствуйте, доктор. Целый год к вам собирался, все никак не успевал. Ну вот, наконец-то, 31 декабря успел. Рабочий день уже закончился. И как же мне теперь быть? Ну, приходите в следующем году. Но мне очень нужен массаж простаты. Вы его под елочку начальнику, что ли, хотите положить? А, нет, нет, у меня вот направление. Не, не в этом году. Вазелин закончился, перчатки прохудились. С Новым годом! А я заплачу! Ой. Да куда ж ты денешься? А мы с вами нигде не встречались? Ну-ка, покажите язык. Ядрёна макарон. Показалось. Ну так возьмётесь! Вот что я в этой профессии не понимаю, так это массаж простаты. Вот все хорошо. Историй разных наслушаешься. Про любовь. Органы всякие посмотришь. И деньги вроде неплохие. Но вот как придут со своими задницами. Ну так мне в позицию становиться. Фу, какой настырный. Сказал же. Нет. Но мне очень нужен массаж простаты. Радости. Что ж ты так пристал-то? Скрытный, что ли? Чего? Скрытный гей. Слушайте, вы, докторша, я не гей, я натурал. Ну, а то, может, я тебе там руками как подсоблю, чтобы ориентацию сохранить. А то, гляди, так раз-другой сделаешь массаж простаты и начнешь по мальчикам бегать. Понравится. Баба Клава, опять! Вы мне своими откровениями всех пациентов распугаете. Так, что у нас там? Массаж простаты? Направление есть? Назначение. Угу. А вы понимаете, что массаж простаты – это курсовая процедура? Минимум 10 посещений. Вот, 2 января приходите. Все, все хорошо. С Новым годом!